Last Saturday was 2 years since Putin started a full-scale war against Ukraine. В прошлую субботу исполнилось 2 года с тех пор, как Путин начал полномасштабную войну против Украины. Жестокая и коварная война. Весь мир бросился на помощь Украине. Но прошло 2 года. Много усталости, много крови, много разочарований. А Путин никуда не делся. Все уже использовано. Оружие, деньги, санкции. Ничего не работает. И худшее случилось. К войне тут и там все привыкли. Люди начинают говорить: «Ну, нам все равно придется договариваться с Путиным». А потом Путин убил моего мужа, Алексея Навального. По его приказу Алексея пытали 3 года. Его морили голодом в крошечной каменной камере, отрезанного от внешнего мира и лишенного свиданий, телефонных звонков и даже писем. А потом они убили его. Даже после этого они издевались над его телом и издевались над его матерью. Путин должен ответить за то, что он сделал с моей страной. Путин должен ответить за то, что он сделал с соседней мирной страной. И Путин должен ответить за все, что он сделал с Алексеем.